Сеть фитнес-клубов «Атлетика» в честь своего дня рождения решила устроить настоящий спортивный праздник. Лучшие спортсмены собрались сегодня для того, чтобы поучаствовать в самых необычных состязаниях. Ну что ж, игра начинается! Surrender, retreat. So we struggling, fighting to eat, and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh, so many wars settling. Promises leaving us poor. I heard them say, love is the way, love is the answer. That's what they say. But look how they treat us, make us believers. We fight their battles, then they deceive us. Try to control us, they couldn't hold us, 'cause we just move forward like buffalo. Поздравляем Атлетику, самую крутую, с днем рождения. И Атлетика рулит! Валерий, здравствуйте. Ну что, 5 лет, 6 клубов. Как вы оцениваете пройденную дистанцию? Ну, в общем, дистанция пройдена хорошо. Мы же празднуем сегодняшний результат. 6 клубов, мы самая большая сеть. Но если вспомнить, как это начиналось, то в первый год я бы не осмелился предположить, что результаты будут таковыми. Сегодняшнее наше положение нас полностью устраивает. У нас отличная команда, которая позволяет нам расти. У нас замечательные клиенты, которые, в общем-то, есть смысл нашей работы. Я думаю, что мы будем продолжать расти. Если экономическая ситуация позволит, то почему 5? Может быть, 10 или 15? Да, хорошо, спасибо. И тогда второй вопрос. Все-таки день рождения фитнес-клуба – это и праздник его клиентов. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас, может быть, что-то пожелали вот своей большой команде. Я бы хотел им пожелать, прежде всего, здоровья, потому что это то, зачем они приходят к нам. И мы надеемся, что совместными усилиями мы его укрепим. Не забрасывайте здоровый образ жизни. Ходите в Атлетику, наслаждайтесь, радуйтесь, будьте счастливы. Остается добавить, что только движение – это жизнь. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. 5 лет, 6 клубов. Как вы оцениваете пройденную дистанцию? Плохо. Очень плохо, что только 6 клубов. По идее, должно быть уже 10. Я вот подумал. Когда будет 10? В следующем году. Все делаю для этого, для того, чтобы мы все делаем. Для того, чтобы в следующем году мы быстро росли, как можно быстрее. Теперь мы самая крупная сеть, как сказал Валерий. Но теперь планах стать крупнейшей в Прибалтике. А потом, ну, как карта ляжет. А ляжет она хорошо. Ну, я желаю вам только удачи. Хорошо, а что вы можете пожелать в день рождения сети фитнес-клубов «Атлетика» своим клиентам? Прежде всего сказать спасибо за то, что они у нас есть. Пожелать здоровья, в первую очередь. А уже потом... чтобы то, чем они занимаются, приносило им радость, и занятия у нас давали им возможность действительно добиваться новых там, побед, успехов, бонусов и так далее, и так далее. Перетягивание каната могло бы стать очередной веселой забавой спортивного праздника. Но если к веревке добавить мыло, командно будет явно не смешно.
прекрасный персонал, просто замечательные люди, с которыми приятно вообще находиться и приходить к ним в гости. Привет, меня зовут Валентина, я поздравляю Атлетику с днем рождения, желаем новых свершений, побольше клиентов, новых клубов, всего самого замечательного, больше всех люблю свой клуб «Центр». Катерину очень сильно люблю. И вообще они все сами замечательные, веселые, отзывчивые, очень доброжелательные. С ними всегда замечательно, весело. Я как житель северной столицы, ныне живущий в Риге, желаю не только спортивных, но побольше культурных мероприятий и достичь новых высот, например, участие в Олимпийских играх. Как мой Мишка. Моей коллегой Татьяной хотим от души поздравить и пожелать, конечно, процветания, роста, побольше народа, клиентов. Ну и, конечно, всего самого наилучшего. Почему люблю работать там? Да потому что это второй дом. Атмосфера, коллектив, клиенты. Все это нас сближает, и мы становимся роднее друг другу, наверное. Не наверное, а так и есть. Хочется, чтобы со временем, с годами мы становились все ближе, 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 ближе. Я всех очень люблю. Привет Валерию Комарову, Андрею Жиганову. С днем рождения. И я вас всех люблю. Пожалуйста, смелые.